Горящую машину, стоявшую прямо у фасада мини-маркета, владельцы магазина заметили под утро. Они сразу вызвали пожарную полицию. Несмотря на то, что огнеборцы прибыли в считанные минуты, огонь успел перекинуться на магазин и нанес ощутимый ущерб зданию. А вот полиция к месту происшествия приехала только спустя несколько часов после сигнала. Мы как только увидели пожар, сразу позвонили сотрудникам полиции. Было 4 часа утра, но полицейские приехали только в 11 часов утра. Даже по горячим следам не пытались никого задержать. А ведь подозреваемых зафиксировала наша камера видеонаблюдения. Теперь мы намерены написать жалобу начальнику ДВД ЮКО. По предварительной информации, двое молодых людей пытались вначале угнать один автомобиль. Но в последний момент у машины заклинило рулевое управление. Бросив «Жигули», хулиганы начали грабить и крушить другие автомобили. В моих «Жигулях» взломаны замки, украдены документы. А главное, в своей машине я нашел зеркало, которое было снято со сгоревшего «Опеля». Так что это точно одни и те же люди делали. Кроме сгоревшего «Опеля» и разграбленных «Жигулей», хулиганы выкрали автомагнитофон у автомобиля BMW, порезали шины на четвертой машине. По данному факту ведется следствие.